Дорогие телезрители, вас приветствуют все, кто по прекрасной и доброй, всенародно любимой традиции пришел сегодня на Поклонную гору. Отметить самый любимый и всенародный праздник. Праздник, который объединяет людей от мала до велика. Праздник гордости за наш народ, за нашу страну, за нашу армию. Мы с вами внуки, правнуки победителей. Это ведь и наш с вами праздник тоже. И поэтому сегодня сюда, на Поклонную гору, пришли молодые артисты. Пришли почтить память павших, выразить благодарность ветеранам. Ну и, конечно же, как без этого, спеть песни. И сейчас прозвучит песня, которую знают, любят и поют не только все россияне от мала до велика. Эту песню поет с нами весь мир. Наша знаменитая «Катюша». В исполнении Марины Девятовой и группы «Кватро». Встречайте! Солнцем след, и бойцов.